Краевой фестиваль по триатлону «Партизанский спринт» прошел на грибной базе «Олимпийская». Масштабная гонка традиционно объединила самых активных жителей региона. Мы первые открываем сезон триатлона. Благодарить, безусловно, организаторов всех, Максима Шульгу, тех, кто принимал участие в подготовке, безусловно, Олега Анатольевича Бондарева, который представляет муниципальное образование, возглавляет его и делает все для того, чтобы спорт вновь вернулся здесь, в город Партизанск, в микрорайон Лозовый. Большая работа проделана и Жаном Зоричем Кузнецовым с тем, чтобы здесь появилась современная олимпийская грибная база. Рядом строится оздоровительный комплекс, который в этом году будет сдан. Впереди, благодаря поддержке Росгидро, за что огромное спасибо, появится вокруг озера велодорожка, появится открытый теплый бассейн. Это будет действительно местом притяжения всех спортсменов, всех любителей активного отдыха. В соревнованиях организаторы предусмотрели следующие дистанции – триатлон, спринт, суперспринт и дуатлон. К участию в фестивале допускались жители Приморского края всех возрастных категорий, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие предварительную регистрацию. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.